Ну что ж, мы продолжаем прохождение игры Half-Life: Opposing Force. И сегодня мы продолжим. Посмотрим, что же у нас ждет впереди. Так. Ага. Он сам себя взорвал. Шепард, что ты там вытворяешь? Слушай, мы должны добраться до точки подбора у сектора Лямбда. Если нам повезет, по дороге мы прихватим Фримена. Транспортная система довезла бы нас туда, но дверь к ней крепко закрыта. Черт, где эти инженеры, когда они нужны? Залаяли.
И зачем? Вас понял. Почему вы всегда должны убирать дерьмо за другими? И не говори. Лично я собираюсь доставить груз и валить отсюда. Ага, но рано или поздно они это поймут. Почему вы всегда должны убирать дерьмо за другими? Почему вы всегда должны убирать дерьмо? Почему вы всегда должны убирать дерьмо за другими? И не говори, лишь ну рано или поздно. Почему вы всегда должны убирать дерьмо за другими? И не говори. Лично я собираюсь доставить груз и валить отсюда. Ага, но рано или поздно они это поймут. Сейчас ситуация довольно мерзкая. Почему вы всегда должны убирать дерьмо за другими? И не говори. Лично я собираюсь поставить груз и валить. Ага, но рано или поздно они это не говори. Лично я собираюсь доставить груз и валить отсюда. Но рано или поздно они это поймут. Да.
прав. Я больше не могу. Я очень-очень врач. Эксперимента я лучше попробую завалить. Мои эксперименты в жопу! Окей, хочешь повторять? Смотри, брал, берегись! Так точно, сэр! Спокойно, солдат, я тебя в два счета вылечу! Вся операция, спасибо, док! Я сзади! Конечно, так мы произведем больше разрушений! Нравится все меньше и меньше. Отделение тихо! Разведкоманда, вперед! Кому нужен слесарь, а, Шепард? Хе-хе! Идем других ребят из моего свода. Что нахрен тут происходит? На брифинге нам никто не говорил о черных оберегах. Ну-ка, давайте этого сюда. Это сюда. Так точно, сэр! Пошли, что ты встал? Ладно, давайте посмотрим, что... Давайте сматываться!
Я не знаю, какая у них миссия, но мы должны идти. Где-то здесь должен быть транспорт. Ты хоть знаешь, кто командует? Ладно, давай посмотрим. Получай! Здесь можно заблудиться легко и просто. Пошли. Вперед! Здесь противник. Ситуация довольно... Знаешь, кто командует этой операцией? Понял! Чем-то мне это место напоминает. Мне приказали охранять зону. Меня не нанимали прикрывать правительство. Других ребят из моего взвода. Ох, мои собаки залаяли.
что ли? Блин, это плохо. Так, ладно, значит, пешком по нём пойдём. Оставшийся боец. Я вас не подведу, сэр! Оставшийся боец. Вот так вот. Иду, капрал! Мне тут нравится все меньше и меньше. Хотел бы я, чтобы... Один патрон, один троп. Видел это, капрал? Хотел подключу немножко брони. Проверяю зону. Меня не нанимали прикрывать правительство. Очистить зону. Разведкоманда, вперед. Thank you.
по крайней мере. Ага. Есть что-то тут. Блин, сколько тут, блин. Углов не проверяю. Так она сама остановилась. Вот тварь. Тихо. Ага. Арсенал. Отлично. Еще. Так. Да по-любому вот сюда куда-то надо нам. Вот этот ящик. По-любому надо. Чтобы вот сюда, скорее всего, залезть. Бля, по башке бьет. Ты будешь прыгать сюда?
Ты балбес, блин. Что ж ты вытворяешь? Мы здесь не одни. Хорошо, я могу открыть вход прямо сейчас. Кто-то забрался все-таки. Ё-моё. А я-то куда попал? Слушайте, давайте нас завершим на этом нашу серию. В следующей серии мы как раз-таки будем путешествовать вот по этому миру Зен. И продолжим наше прохождение.